Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. А я продолжаю закрывать долги уже успевших стать не совсем новинками треков, и сегодня долгожданный реакт на трек Freeze от Stray Kids. Информационных блоков не будет, на стреев я реагирую не первый уже и не второй раз. Так что давайте просто берем и начинаем просмотр. Я, кстати, давненько уже не слышал этот трек. Давно он у меня в плейлисте не попадался. Ладно, давайте. Хана. Тульсет. Едем. Ой, это что такое? Симпатично. Аля, ты какой красивый. Не, ну они всегда красивые, но тут особенно. Ох, какой Минхоша красивый. Блин, как классно! Блин, какой Минхо охренительный. Они все такие охренительные. Зачем мы? Блин, Банчан. Куда, куда, ну куда вы такие клёвые, ну? Чуйта. Блин, он такой взрослый здесь. Так, ну я как обычно на них засмотрелась и пропустила весь сюжет. Хлебушек, ты чё? Брось каку. Совсем по беспределу пошел молодой человек. Казалось бы, куда
круче. После всего, что мы посмотрели с этого альбома. Мне страшно. Мне страшно, что они подготовят нам в следующий раз. Я не в фандоме вообще. Я, в смысле, в целом вообще ни в каком фандоме. Но не быть стенером скизов нереально, наверное. Ну, вот как спокойно на них смотреть? Как спокойно их слушать? Ну, вы поняли, да, что по сюжету, что здесь происходило, я все забыла. Неудивительно, да? Какие там пасхалки? Вы о чем вообще? Как можно с первого просмотра что-то заметить, кроме них вообще красивых таких, зараза, да что такое? Ой, дети, дети. Что эти дети делают? Что эти дети делают? Что эти все дети корейские делают с нами? На вас. Блин, один другого краше. Нельзя так делать. И моя реакция, можно ее назвать просто «нельзя так делать». Все. Этим все сказано. И, как будто бы и сказать больше нечего. Все. По смыслу трека, я не знаю, стоит вообще останавливаться. Orm Deng. Есть такая корейская игра. По типу, не знаю, ну у нас в России вообще есть, не есть... Такой, типа, замри, отомри, есть. Ну, типа, копы, воры есть игра. У нас, я не знаю, в России кто-нибудь играл в такую игру, нет? Ну, там, где я росла, мы в такое не играли. Но если вдруг в каких-то регионах играли, так вот. Есть копы, есть воры. Коп тебе кричит, замри, а твои согруппники воры... Ну, когда коп кричит «замри», трогает тебя, ты должен замереть. А когда тебя трогает твой товарищ вор и говорит «отомри», ты отмираешь и продолжаешь убегать от копов. Вот такая вот история. И здесь они, ну, видимо, вот лейтмотивом взяли вот эти вот слова, игра слов из вот этой игры корейской Orm Deng. Что я, моя жизнь, типа, замри, отомри, и вот я то замираю, то отмираю, то горю, то какой-то весь устал, поел, позавтракал, поужинал и не насытился, опять я такой вялый, ну вот нужно взять себя в руки и плевать на все правила, то, что нас вот заставляют то замереть, то отмереть, и просто надо... мчаться к своей цели и гореть этим, и вот. Ну, собственно, как большинство треков в кей-попе, такие, типа, мотивационные, и мы, типа, плюем на правила, просто идем вперед и вот к своей цели в путь-дорогу. Вот как-то так. Ой, ну, мальчики, конечно, беспределят и беспределят. Прекратите. Они очень сильно разбаловали вообще фанатов кей-попа. Потому что в каких-то группах, дай бог, один раз в год камбэк с одним клипом, а у этих по несколько раз в, ну, за год, получается, да? Что у нас в сентябре было, сейчас вот в марте было. Это сколько времени прошло? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Ровно полгода прошло. Или в августе был. В сентябре же, по-моему, был камбэк у Стреев с No Easy. Что там клипов нашлепали, что тут клипов нашлепали. Ой. А потом сидишь, другие группы ждешь. Полгода, год, а ничего нет. Там несчастный какой-нибудь один клипец подарят. И алга, как говорится. Ладно, все, я опять заболталась. Я уж не буду сюда любые любимые треки выкидывать. Я их уже там вам наскидывала. Пойду еще раз присмотрю. Вам всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.